Бананы как растут, вот так вот, как получается, лепестки отрастают. И вот здесь тоже будут открываться, тоже будут бананы, типа цветок банановый. Но это вот также они будут открываться, дальше продолжать рост. Башни, я давно, как говорится, смотрю на них и спрашиваю гидов, что это такое. Так более внятно никто не мог так прям совсем сказать. Ну, если говоришь ли голубей, ну что именно ли голубей? Ну вот они, голуби здесь живут, действительно. Значит, в чем фишка этой башни? То, что голуби живут, откладывают яйца и рожают, естественно, выводят маленьких голубочков, кушают, в общем, этих голубочков маленьких кушают, очень вкусно, яйца их кушают голубиные, плюс кто-то собирает помет, кто-то не собирает, то есть помет это уже вторично, то есть это базовая задача голубей, то есть для еды разводят, то есть как курятник получается, голубятник. Вот, почему такая башня, внутри лестницы ее есть. И люди поднимаются и собирают изнутри все это дело. Вот, от голубей все, что происходит. Вот, и почему такая еще форма, что ни змея, ни лиса не могут забраться сюда. В общем-то, и, то есть голуби спокойно живут. Сейчас они летают, а вечером все прилетают сюда обратно. Так, это нильский, ну я имею в виду, что снило, да, это именно нильские. Вот, нильские крокодилы живые лежат в мини-зоопарке. Отдыхают. Здесь у нас шакалы бегают. Маленькие. Еще не бегают. Плохо, сквозь ветки видно. Так, плывем по Нилу. Такая вот вода в нем зеленоватого цвета. Это отель называется Зимний Винтер Пэлас. Зимний дворец. Подъезжаем, и он к храму еще. Движемся. Подошли к Луксорскому храму. Сегодня вечером сюда зайдем. Здесь у меня подсветка какая-то особенная. Будем смотреть. Вот. Вон древний храм. Вот, лошади. Давай сюда за мной. Сюда, Борис, сюда, Борис, сюда. Переходим машину. Подождите. Не толкайте нас. Такой вот мощный храмище. И колонны огроменные. Надписи по-египетски. Такая вот штукенция. Угу. И какая церковь, католическая, да? Да, да, да. Или коптская? Коптская церковь. Коптская. А коптская? Да. Церковь. Дева Мария. Да, Дева Мария. У нас здесь город большой. У нас сколько церковь, много церковь. Христиан здесь много. У нас очень хорошее отношение между мусульманами и христианами. Без конфликта, без дискриминации. Красивая церковь стоит. А тут у нас какой-то памятник, да, это? Еще у нас через несколько минут мы приедем в храм Карнака. Рассказ про него подробно. Билеты в храм Карнака стоит 220 фунтов. Недорого стоит. У вас остался мелкие деньги? Едем по Луксору. Луксор более такой спокойный город, чем Каир. И, в принципе, почище. Нету пробок. Да, нету пробок. Честный город тоже. Угу. Да, он почище, чем Каир. Причем так значительно. Приехали к Карнакскому храму. Карнак Temple Visitor Center. Вон там. То есть такая большая парковочная зона. Билет стоит почти $10.
проходят. Ну, блин, вообще билеты не дешевые везде. Ну и недорогие, в принципе. Священные ладьи. Разным богам посвященные. Такому, такому. Вот. И вот сейчас. Куда домой? Вот самый макет. Билетик у вас, да? Да, да. Смотри. И где мы находимся? Аллея Барана. Причал. Баран видит. Это видом он рано. Да, да. Вот он говорит фасад. Видите, четвертый век шестой. Честно слово, не сможете снимать целый храм. И тем больше. Не как храм царица хочу. Так вот он, огромный макет этого храма. Куча обелисков, куча колонн. Несколько, 10 входов, куча фасадов поэтапных, колонна. Вот так буква Т выглядит. Огромный комплекс, в общем, это бассейн для омовения. Все, понимаете? Так, пришли к Карнакскому храму. Огромный храм. А, кстати, вот это вот что такое? Белое, белое, это мечеть, что ли, да? Это не мечеть, это мавзолей. А, вот, да. Запретали Идмулла, которые были здесь, хоронили его тело. Здесь оставляли, как памятник, город Карнак. Такие входные группы. Это мавзолей святого исламского подвижника. Вот, а вот сам огроменный храм. Ничего себе. Вот причал, глубина здесь где-то. 11 метров. Раньше были причалы, все корабли брели с Нила. И где попроношение для одного бога Амона Ра. Видите? Девушка танцует. Вот у нас стелла. Стелла. Карнакский храм. Сказал, что строили храм Карнака, продолжали 2000 лет. Построили во время фараона Среднего царства, Нового царства. Хорошо. Храм это возвышен богу Амона Ра, бог солнца. У нас на восточном берегу Нила есть два грандиозных храма. Карнакский храм и Люксорский храм. Оба храма возвышены одного бога Амун-Ра Бухсенса. Между лавами и ногами мы видим маленькая статуя, изображает одного фараона Рамсес Великий или Рамсес II. Я уже сказал, у нас сколько Рамсесов? 11 Рамсесов. Самый знаменитый из них это второй, потому что его жена Нефертари, хорошо? Еще это время молитва, сейчас третья молитва. Мусульмане молятся сколько раз в день? 5 раз. Утром рано перед восходом солнца, вторая это 12 минут, третья это сейчас четвертая. Солнце, это знак Амона. Тоже мы увидим фараон. Вот фараон, который построен, это святилище перед Вавилонской триадой. И переносит им свои дары, свои жертвы. Из-за этого у нас есть три нищи. Для статуи Вавилонской триады. Амона, Иудина, Иерусалим. Так, да, нас часовник, посвященный Амону. Это значит Люксорская триада. Здесь посвящена этот часовня посвящена. Ой, кому посвящена? Шильников Саша. Вот так вот написано наши имена.